Здравствуйте, с вами магазин установочный центр FrontCam. На установке Chrysler PT Cruiser установили магнитолу от фирмы TIS. В комплекте с магнитолой идет большая переходная рамка. Встает она аккуратно, без каких-либо щелей, зазоров. В эту рамку переставляются воздуховоды, часы, кнопки стеклоподъемников, климат-контроль, нижние клавиши. Все работает, не залипает ничего. По проводке разъем в разъем подключается. Клавиш на руле у нас здесь нет. Если бы они были, то мы бы их запустили. Можем рекомендовать сюда устанавливать подрулевой джойстик. Либо у нас есть клавиши на руль, более удобнее управлять магнитолой будет. Громкость, переключать треки. С подсветкой садаптировали. При включении габаритов загорается боковая подсветка. Цвета можно менять по выбору. Мы выставили как в оригинале. Интернет-магнитола раздается с помощью мобильного телефона, либо же с помощью сим-карты. Слот для симки вывели в бардачок. Здесь же два USB. Жесткие диски флешки подключаете. Как только интернет раздали, заходите в Play Market, скачивайте приложение, которое необходимо. С предустановленных здесь уже множество стоит. Из популярных Яндекс.Навигатор. Работает быстро. По характеристикам здесь 3 гигабайта оперативной памяти, PC2 встроенной, модель TSTC3 восьмиядерная. Есть голосовой поиск. FrontCam. Карты можно в память загружать. Также есть функция Bluetooth, по телефону можно разговаривать и музыку с телефона передавать. Есть видео проигрыватели. Функция также присутствует разделение экрана. На одной части, например, видео, на другой навигатор. Видеодвижение работает. Дополнительно установили камеру заднего вида. Включается она автоматически при переходе на заднюю передачу. Угол обзора у камеры 170 градусов. Помимо этого установили видеопортроник, 4 датчика. Отображение по расстоянию показывается на экран магнитола. На Chrysler PT Cruiser у нас большой выбор магнитола. Обращайтесь, подскажем, подберем, установим. Даем гарантию на работу. В магазине есть своя техническая поддержка. В регионы отправляем, посылку получаете, вскрываете и после этого оплачиваете. Спасибо за просмотр. Удачи на дорогах.